Сапраўды багатым на прыемныя падзеі выдаўся апошні месяц для ўстаноў аховы здароўя Брэшчыны. Напярэдадні ў перынатальным цэнтры, размешчаным на базе Брэсцкага абласнога радзільнага дома, пасля рэканструкцыі афіцыйна адчыніла дзверы педыятрычнае аддзяленне для неданошаных і новароджаных дзяцей. Мая калега Ірына Нікіціна пабывала на ўрачыстасцях. Своих первых пациентов педиатричное отделение для недоношенных детей принимает с 1 кастрычника. За этот час 56 деток выписаны до дому. Новое отделение, различенное на 20 коек, разместилось на былых площадях гинекологии областного роддома. Сегодня медицинскую допомогу тут отрывают дети, которые заявились на свет ранее термина и потребуют специализованного догляду после народжения. Что год в областном роддоме на свет нарожается около 300 таких детей. Ранее с таким диагнозом пациентов накировывали у детячую больницу. Во-первых, мы максимально приблизили помощь вот этим новорожденным, которые у нас нуждаются в специализированной помощи и в каком-то долечивании. То есть не нужно никуда ходить. То есть они остаются в учреждении. Какие-то острые моменты, которые происходят после родов или во время родов у нас, лечатся и реабилитируются. Еще один такой немаловажный момент – это совместное пребывание. То есть мать пребывает с ребенком. У першиню в родильном доме на базе отделения открытый молочный покой. Маленькие пациенты с недохопом ваги на место отрымливают необходимые молочно-лячебные сумеси. Женщины, яким пошастило не одной, чтобы бывать пациентками Брэсцкага родильного дома, отчувают розницу. Я рожала вот в этом здании, как раз в новом был ремонт на первом этаже. Ну, сколько у нас было? Пятеро или шестеро в палате. Я бы сказала, что стало намного лучше и по ремонту вот как-то так вот повеселее даже. Сердце перинатального центра – палаты интенсивной терапии. Умовы, створенные у специальных кувезах, температура, вельготность и кислород – такие же, как и у лони мати, что дозволяет выходживать немаулят вагою от 500 граммов. Закупленные для отделения кувезы делятся медики вельми высокой якости. Кошт одного такого 6 тысяч евро. Увогу лишь на реконструкцию педиатричного отделения было затрачено 15 миллиардов рублей. Все то, что сделали мы здесь уже в комплексе, это как раз именно для того, чтобы наши детки здоровые были, и они по-быстрому выписывали своими мамами. А те, которые будут иметь другие недостатки физические, в том числе недоношенные, для этих детей мы создавали все условия для того, чтобы они тоже с этой роддома, родильного комплекса выходили здоровенькими, чтобы мамы были в настроении. Наши люди заслуживают этой, наши женщины особенно, поэтому вы правы, что мне, например, не стыдно перед нашими женщинами за ту базу, которую мы создали за это время. В Бресте, и я думаю, что в будущем году такие же условия будут и в городе Баранович. За апошний час перинатальная служба Брэсцкага родильного дома зарабила великий крок наперед. Подтверждением служит и той факт, что на роджать у Брэсц специально проезжают около 300 жихарок за межи. Между тем, удосконаление протягивается. На чарзе генетичная лаборатория, якая завершит цикл перинатальной допомоги, починаючи с этапу планования, ведения тяжарности, родовспоможения и при необходимости выходживания дитяти.